Ну что, начнем следующий вышмикс. Я не знаю, сколько я буду собирать его, потому что каждую неделю выпускать особо смысла нет сейчас такие видео. Наверное, выпущу за ноябрь, ближе к концу ноября. Ну, посмотрим. В общем, сегодня снимала итоги за октябрь. Показывала уже, что буду стартовать, точнее, уже стартанула вот эту лошадку. С вот этой части начала. Ну и, в общем-то, пока что никаких продвижений у меня нет. Вот что я показала в видео, на том и остановилась. Да, чадо у меня болеет. На простуду наложился ротавирус. Вообще веселуха, поэтому не знаю, что в ближайшее время буду как вышивать, но все-таки постараюсь. Это меня успокаивает, когда на это есть силы. Тогда все очень классно получается. В общем, на этом пока все. Открыли этот мини-влог, и теперь встретимся чуть позже, посмотрим продвижение. Так, сегодня уже 1 ноября. Я вам покажу свои продвижения по сербскому пейзажу. Напомню, я, по-моему, не показывала еще в этом видео вот такой вот сюжет. В общем, я начала с середины, середина где-то вот тут вот. И пошла налево. А здесь у нас вот зеленушку повышивала. И дальше решила вышить сначала левый нижний угол, а потом, наверное, после этого я перейду наверх. Вот, а сейчас хочу вот эту вот 1/4 осилить. Поэтому вышиваю. Вот видите, какой у меня домик вышился. Это у меня за 3 дня, в общем, я столько навышивала. Еще сегодня день, еще весь вечер у меня впереди. Я хочу сегодня вышить, скорее всего, вот эту вот часть. И потом перейти уже вот сюда, вот вниз, на этот куст. А вот, а потом уже будем двигаться дальше. Нравится мне, как получается. Цветов просто море. Вышивается, напомню, на 10-й аиде в 3 сложения нити. Это у нас шерстяные ниточки. Вот, в общем, надо переставить, и сейчас чуть-чуть пяльцы наверх переставлю. В общем, переставлю повыше пяльцы и добью вот эту вот часть. Вот здесь вот то, что нужно, в общем, да, зашивать. И вот этот угол, и потом пойду вниз. Ну и по пластику вот такие продвижения. Я не помню, что я вам показывала и когда вообще показывала. Ну вот так обстоят дела. И я, наверное, сейчас возьму еще как раз его и повышиваю. Минуток 15. Ну, а дальше меня уже вечером будет ждать мой сербский пейзаж. Как-то так. Вставка про уход за собой. В общем, я сегодня таки купила себе вот этот вот скребок гуаша. У меня еще дома был и скребок, и ролик. Ролик пока не купила, но думаю, тоже куплю. И вот такое вот масло розы, розы с шиповником написано, вот здесь вот, для сухой кожи. В общем, я год себе не позволяла купить этот скребок, хотя до этого дома я регулярно пользовалась, делала массаж. Мне очень нравился результат, поэтому я решила, что надо. Так, здесь картонка, я достану ее. И сам скребочек очень хорошенький, прохладненький. В общем, если вы не знаете, то это очень полезный массаж. Здесь даже написано, каким образом делать массаж. Но на YouTube много видео, в которых можно посмотреть, в общем, очень-очень подробно. Вот масло, на самом деле, не важно, какое масло.
Главное такое, чтобы оно вам нравилось. Его смывать не нужно после массажа. Я обычно вечером перед сном раньше массажем занималась. И я сейчас опять перешла на интервальное питание. После отпуска было сложно войти в ритм. Но вот, все-таки я сделала это. Я сейчас потихонечку отказываюсь опять от сладкого. Но это сложно мне дается, но я очень-очень стараюсь это делать. Ну и вот пора другие полезные привычки также вводить. Поэтому если вы хотите или думаете, вот вам мотивация начать что-то делать. Небольшими шажками, но только так и никак иначе мы над собой должны работать. Вот. Расскажу потом о своих впечатлениях. Вот сегодня 1 ноября. Постараюсь прямо целый месяц, каждый день вечером делать массаж. И посмотрим вкупе со всем остальным, как это сработает. Ну что, небольшое включение. Смотрите, что я вчера навышивала. Вчера ударными темпами я зашила вот здесь всю зелень и пошла вниз. Вообще, у меня было ощущение, что сегодня еще четверг. Оказалось, что сегодня пятница. Ну и вот я переставлю пяльцы и пойду сегодня вышивать вот этот куст. Дальше, наверное, скорее всего, когда я закончу вот эту одну четверть, я пойду вверх и потом вот таким вот образом вниз. Ну, посмотрим. Пока что вот такие продвижения за один вечер у меня. По пластику особо нечего показать. Вот так вот покажу вам просто. Потихоньку вышиваю, как есть свободные 5 минут. Минутка бьюти продолжается. Люблю я маски для лица. Вот у меня сейчас есть такие всего 4 штучки. Я, наверное, сейчас попробую вот такую вот апельсиновую или морковную. В общем, какую-нибудь из них нанесу маску и расскажу вам о своих успехах. Так, ну что, вот включение о том, что я навышивала. Сейчас возьму, наверное, прям вот эту иголку и покажу. Вот, вот это вот все, вот этот куст я вышила вчера. Сейчас пойду вот вышивать этот низ потихонечку. И покажу, наверное, вам уже денечка через два, что же я здесь навышиваю. Ну и по пластику 2 минутки. Пластик тоже двигается, но совсем-совсем не спеша, да и я не тороплюсь. Но то, что получается, мне очень нравится. Вторая лошадка будет такая с зелененьким. Вспомнила, что не показала вам свои продвижения. Слушайте, уже 6 ноября, понедельник, вечер. Я вчера ударно повышивала вот этот вот кусочек. Сейчас разверну, покажу вам и переставлю пяльцы, потому что пойду в правую сторону. Надо распялить и заодно перепялить. Так, ну вот, смотрите-ка. Вот фактически мне остался вот этот вот кусочек, и это будет 1/4 работы. Смотрите, рядом с моей рукой большая. Я решила вышить весь низ, потому что вообще, мне кажется, низ вышивается сложнее. Здесь вот эти вот зеленые цвета, такая шахматка.
И много-много кустиков, то есть там по схеме даже видно, что вверху идут такие поля, они более там какой-то геометричной формы, горизонтальные, вертикальные. А вот здесь вот внизу, конечно, такой разброс. В общем, пойду сейчас вышивать вот этот низ, ну как сейчас, уложу Яшеньку спать и буду заниматься. В общем, пойду вот с этой вот части. И сколько я сегодня... Ну, я думаю, вот такой вот, наверное, кусочек. Тут такой сток сена. Вот, наверное, сток сена я за сегодняшний вечер и вышью, дай бог. Возможно, что и нет. Ну, вот так потихонечку, полигонечку растет мой сербский пейзаж. Так, ну вот, 1/4, даже чуть больше, чем 1/4. Вот это вот уже переход на следующую часть. Пойду вышивать вот этот низ, и затем уже буду подниматься наверх. А вот это я раскладывала сейчас остатки ниточек, моточки, которые у меня еще не использованы. Но чувствую, вот этот цвет, это, по-моему, наверное, 10-й. Скорее всего, его очень много уходит. И я думаю, что вообще, наверное, уйдет весь такими темпами. Ну, как-то вот так вот. Вчера, как и говорила, вот этот вот кусочек, да, вышивала. Сегодня 9 ноября, четверг. И вот мои продвижения. Сейчас я начала снимать, ко мне прибежит Яша. А вот и он. Ну и все на этом, в общем. В общем, и все. Вот так. Итак, сегодня пятница. Это у нас отчетный день в группах, в которых я состою, и вставлю сейчас фотографию, что у меня было на прошлую пятницу, короче говоря, что я вышивала за неделю, что она вышивалась, в принципе, неплохие продвижения, буду продолжать в том же духе. И еще, так, вчера перед сном я закончила первую половинку лошадки. Классно получается. Решила я не вырезать вот эти вот места, оставить так, как есть, потому что иначе потом пластик будет тяжело сшивать. В общем, вот такие вот недельные продвижения. А еще сегодня день вышивальщицы. Я вас поздравляю с этим праздником. Шустрые вам иголочки, побольше свободного времени, денег, здоровья, вдохновения на наше любимое хобби. И в честь праздника сегодня я начну вот этот вот сюжет от Dimensions, который постараюсь вышить к Новому году. Christmas Stories. Это у меня будет пара к мишкам. Ставлю фотографию вам. Мишки у меня вышиты уже 2 года как. Сегодня день вышивальщицы. 10 ноября. Па-па-па-пам, мы гулять вышли, и у нас сегодня очень холодно, 10 градусов, ветер, к вечеру обещают дождь 80%, и завтра тоже, завтра суббота, папин день, и завтра тоже дождик. Вот, и мы сейчас пробираемся в парк, пойдем через кладбище. Мы все время часто ходим этой дорогой, сокращает она путь. И я уже рассказывала как-то в своих соцсетях, что в Сербии кладбище – это не страшное место. Все очень цивильно. Рядом есть еврейское кладбище. Здесь вон ремонтные работы всякие проводят активно. Вот, а нам сюда. А вообще, дорогие мои, я поздравляю вас с днем вышивальщицы, с днем рукодельницы. Желаю вам отличного настроения, здоровья, побольше денег, свободного времени для исполнения наших вышивальных мечт. И вот у меня тут дружок мой. Поздравим с днем вышивальщицы, Яш. Нет, у нас на все ответ нет, но мы вас поздравляем все равно. В общем, друзья, Черная пятница, да, 11-11, вот эти все распродажи сделали следующее. Я вчера приобрела еще несколько схем от Амели. У меня были, вот, лаванды и подсолнухи в нотной бумаге.
И вот 5 схемок я приобрела. Так что такая вот история. Видите, как у меня много купленных схем. Я их буду потихонечку вышивать. У меня есть еще список скачанных, бесплатных всяких разных. Но, в общем, буду составлять скоро список того, что хочется вышить в следующем году из купленного. Так, вчера показывала, что стартану Dimensions перед Новым годом. И вот, смотрите, я стартанула. Вчера с Оксаной смеялись. 2 крестика. Ну, такой вот старт, какой есть. Все убираю до лучших времен, потому что у меня на повестке дня сербский пейзаж. Вот я его вчера переставила. Буду дальше вышивать. Вот здесь уже середина. В общем, чуть-чуть мне осталось. И там дальше вверх проще, я думаю, полетит. В общем, сейчас я одна дома, и я сделала маску для лица. Включу клан Сопрано. И буду вышивать. Такая вот суббота. Так, быстрое включение. Сегодня уже 14 ноября. И вот такое вот продвижение у меня, половина работы есть. Сделала сейчас фотографию. В общем, такая красота. Буду двигаться дальше. Я думаю, что начну вот с левой стороны все-таки. Сейчас поставлю пяльцы и вечером продолжу. Пятница, 17 ноября. Сегодня делаю фотографию для отчета пятничного. И вам тоже покажу, какие у меня продвижения. Я дошила до половины работы, даже чуть больше. И начала вот здесь вот влево вверх идти. Хочу все-таки третий угол вышить, но он где-то вот здесь. Я до него еще не дошла. Большая получается работа, красивая. Потихоньку буду продолжать. И сейчас еще покажу вам пластик. Ну и вот продвижение по пластику. Думала я, что я, может, дошью эту лошадку до пятницы, но нет. Здесь остается еще барабан, елочка и сама вот эта качалка внизу. Ну еще и бэк, еще собрать все это надо. Вот. Одна часть у меня уже готова, ну вторую буду стараться завершить побыстрее. Не знаю по цветам, какая больше нравится, но вот дошью эту такую голубую и расскажу вам. Конечно, с бэком смотрится все контрастно, красиво, супер. Так, ну еще из планов. У меня вот такая вот новая кофточка, как ее назвать? Джемпер, наверное. В общем, хочу на ней вышить вот такого единорожку. Ну, в ближайшее время тут что-то вышивать вообще нечего. Давайте, может, вскроем сразу, посмотрим. Интересно. Так, ну да, вот, в общем, я вскрыла набор, вышивать там нечего. Вот ниточки красивые, смотрите. Главное, все хорошо смотрятся на этом цвете. Никакие ниточки не потеряются. Даже вот розовые, они немножко другие по оттенку. Так что буду начинать. Я сейчас думаю, какой это джемпер. Это, наверное, свитшот, как-то так называется. Ой, ниток немного. Набор у меня вообще старенький, не помню каких годов. Вот здесь кусочек водорастворимой канвы. Ну да, вот где-то вот так вот, наверное, я ее и расположу. Эту вышивку я вышивала уже 2 кармашка таких.
Вот, на рубашках себе. Но где у меня эти рубашки, я, честно, не помню. Они в России, по-моему, остались. В общем, вот еще единорожку. Здесь скрин. Понятно, что вживую будет все это дело выглядеть гораздо более красиво. Так, стартанула я вышивку на одежде. Это вот такой вот единорог, я вам его показывала уже в предыдущем кусочке видео. У меня еще случился такой казус. В общем, я монтировала больше чем 2 недели влог, и он удалился из приложения. Поэтому я сейчас буду восстанавливать все, что только могу. И потихонечку вышивать. Не очень ровные крестики, но уж какие есть. Все-таки на одежде, на водорастворимой канве прям аккуратно-аккуратно. Ну, у меня лично не получается. Все у меня такое здесь розовенькое. Розовый крем для рук, любимый мой. И вот ниточки такие красивые-красивые. Так, я сегодня, как и говорила вам, купила вот такой вот роллер себе. Это будет у меня второй массажер. И вот дополнение к скребку. В общем, купила одной фирмы, вот этой вот, демовской. И, в общем, мне понравилось качество. У меня был в России тоже из кварца, но такой темно-зеленый. Возможно, когда-нибудь его привезу, но и этот тоже такой добротный. В общем, вечером буду делать им массаж, и с утра буду скребком массажировать себя. Здесь тоже есть такая инструкция, но, в общем-то, куча обучающих видео, поэтому буду пробовать. Возможно, как-нибудь потом расскажу вам о своих впечатлениях. Такая классная, теперь у меня есть парочка для ухода. И вчера вечером уже делала массаж с другим маслом расслабляющим. Тоже очень мне понравился эффект. Друзья, я так поняла, что я не сняла и не показала вам готовую свою лошадку. Смотрите, какая она красивая получилась. С этой стороны вот такая вот зелено-голубая. И с обратной стороны бордовая. Очень классная. И я вовсю вышиваю сейчас кармашек на своей толстовке. Но не могу вам показать, потому что, сами понимаете, там, в общем, пяльцы. А устала. Устала. Сюжет небольшой, но из-за того, что приходится каждый крестик аккуратно закрывать, чтобы он, ну, получается, что в дырочке был ровно, симметрично, а не как-то там криво. Я, как бы, знаете, очень внимательно отношусь к одежде, вот в плане всяких таких прикладных работ, поэтому прямо долго-долго вышивается у меня. Но я хочу к субботе успеть на вышивальную встречу пойти в этой толстовке, поэтому вот у меня сегодня-завтра, я вообще собираюсь, наверное, сегодня даже Собо-Сербское село, деревеньку эту не вышивать, а повышивать вот этот кармашек. Вообще, вот последняя неделя, я снимаю 2 недели это видео, и у меня, в общем, то закончилась память на телефоне, причем внезапно, и так, что мне пришлось обновлять, покупать тарифный план другой, который дороже в 2 с лишним раза, чтобы, в общем, не удалять все-все-все видео и фото с телефона. И, во-вторых, у меня потихонечку монтировалось это видео, этот вышмикс, и в какой-то момент я захожу в приложение для редактирования и понимаю, что у меня все вылетело, все пропало. В общем, надо было заново загружать все эти фрагменты и заново их монтировать. Поэтому все пошло не по плану. А еще в субботу я в прошлую ездила в Белград и не вышивала весь день. И в воскресенье тоже у меня был день какой-то такой невышивальный. В общем, получается, что
2 дня у меня просто вышли из вышивки, а когда я беру вот эту неделю, как неделю вышивальную по пятницам с отчетами, эти 2 дня очень много значат. В общем, на этой неделе у меня не супер большие продвижения по сербскому пейзажу моему, но все равно я его продвигаю как могу. Вот, а эта лошадка у меня с прошлой недели, с выходных, получается, образовалась. Такая вот она симпатичная. Ну, в общем, рада я, что я поменяла на сливочную вот эту вот канву. Ну, и подробности я вам покажу, конечно, уже в готовом итоговом видео за ноябрь. У меня сегодня 23 ноября. Я надеюсь, что за сегодня-завтра я смонтирую этот ролик и выставлю его для вас. Будем прощаться. Надеюсь, что вам понравился этот ролик. Я желаю вам отличного настроения и совсем скоро уже с вами посмотрим на итоги за ноябрь. Пока-пока.